Ну, сеял, поэтому скашивать и возить на борты. Поэтому сейчас поставим быстрое время. И сразу нужно нам определиться сейчас по технике, что мне купить. По комбайну. Начнем, наверное, с модовских. Получается 1600. Так. Ну, этот получше будет. Поэтому его, наверное, скорее всего. Так, только колеса менять можно. Поэтому арендуем за 14 тысяч. И придется брать кредит. Так, к нему еще прицеп нужен будет и жаточка. Так, по жатке что у нас? Так. Какой мы трактор купили? Биг X 580. Биг X 500. Так, не тот. 580. Вот она на него. 80 тысяч. Ага, на кукурузу только. Угу. Только кукурузу. А нам надо траву. Что получается, опять не так все. Ну, можно вот эту попробовать, в принципе. Все, денег не осталось. Будем брать сейчас кредит. Без него никуда в игре в этой. Так, ну прицепили. Берем кредит. Так, здесь. Давайте 100 тысяч возьмем. Пока. Так, теперь прицеп. Вот сейчас с прицепом главное не прогадать. Так. 45 тысяч. Трава. Да, сюда все входит. Чем они отличаются? В принципе, вообще ничем не вижу, чтобы отличались. Ну, давайте попробуем так. Тысячу аренды стоит. Так, ну все, видит телегу, он видит, это уже хорошо. Угу, все цепляет, замечательно. Проверим на этой травушке. А, это не наш участок. Сейчас интересно, еще 12 часов, сколько денег спишут. Проверим сейчас, вот тут с биогазом рядом растет трава.
Так, здесь нет доступа. А, придется нам еще и покупать эту территорию. Так. 200 тысяч еще брать кредит. Так, так, так. Угу. Берем еще, значит, кредит. Двести тысяч. Покупаем теперь. Ну, все работает. Сейчас вокруг здесь покосим, пока травка растет. Прицепа нужно будет два нам брать. Так, ну я так понимаю, это уже не наша территория, что ли? Что он насыпет? Или очень мало травы. Почему-то вообще не сыпет. Косить косит, а сыпать не сыпет. В чем проблема? Забавно даже. Так, ну-ка включим подсказочки, глянем. Да нет. Все нормально, все включено. Почему он траву не сыпет? Прицеп наш. Так, что получается, тут сорняков еще много будет. Трава вырывается, зрел сорняк 100%. Можно косить. Ну, обновляйся. Все в сорняках. Так, траву здесь включим. Ну, попробуем. Объедем сейчас, попробуем.
Так, ну что, рискнем. Ну, тут все работает здорово. Ну, придется еще, наверное, траву и сорняки убирать, чтобы больше было травы. Так, давайте тем временем съездим, купим еще один прицеп, чтобы менять нам их при заполнении. Так, время, кстати, надо убрать. Подсказки выключим все. Так, прицепы. Вот этот же был, да? Да, по-моему, да, он. Арендуем. И цепляем. Терраформингом пока заняться не могу, потому что баланс не позволяет. Так, еще кредит уже должны. Ну, должны вроде как на биогазе подняться. Так, ну а второй тогда джингир будет топтать. Мы лопатку еще возьмем. Так, оставляем здесь. 62% уже в обратную сторону едем. Так. Что у нас? Заровнитель вот этот. Так, секунду. Впереди, интересно, лопата у нас цепляется, кстати. Сейчас как раз купим лопатку сначала тогда. Глянем, а то постоянно менять лопату с заровнителем. Так, и теперь мы покупаем так, небольшая лопатка 3 метра, 4 метра. Давайте попробуем на этой. Стоит недорого. Да, цепляется хорошо. И арендуем так. Где он цепляется только. О, замечательно.
Так, ну все, комбайн остановился. Цепляем. И перецепляем. Так, а еще другая, да, телега? Тележонка-то другая. О, достает даже. Ну, едем вываливать первый наш прицеп. Так, заезд стать у нас с другой стороны. Заезд у нас вот здесь можно осуществить. Что у нас получается? Так, ну подсказку надо включить. А какой общий уровень заполнения? Ну-ка, где у нас можно посмотреть? Показано. Их два бы комбайна. Вы, наверное, одним хватит, справимся. Тут, наверное, много влазит. Потому что тележонку высыпали прям. Так. Тебя опускаем и переключаемся на лопату. То хоть что-то изменилось. Рисование идет, да. Еще ниже лопатка.
Ровнее становится все. Так. Лопату опускаем до упора и поехали. Растаскиваем, чтобы сквозным движением проходило у нас. Так, комбайн заполнился. Поехали, продолжаем косить. Ну да, следующий придется нам маленько, наверное, травить, чтобы травы было меньше, сорняка, травы больше. Так, а вообще это наша? Да, наша территория. Интересно, почему ты только не пишешь, что наймит? Заканчивает или там полон. Поехали раскатывать.
Ну, прессуем здесь. Первый неполный сделаем, чтобы нам уже прибыль иметь. Второй будем забивать. Так, снимаем. Так, очередной комбайн заполнился. Так, ну, наверное, 1/3 уже поля даже и убрали. Очередная телега. Ну, косит он быстро. 45 000 набирает быстренько. Как раз где-то на середине комбайна заполняется. Потом вот здесь где-то и оставим.
данные пологие сделать подъемы на кучу, чтобы машины могли заезжать, высыпать. Есть еще прицеп какой-то, который закидывает в бок, вперед. На 17-й ферме знаю, снег можно было им убирать. На 19-й не знаю, есть вообще такое. Так, комбайн остановился. Снова меняем. Так, стоп. Ой-ой-ой-ой, это не тот, чуть прицепил заново. Нам нужен пустой. Так. И на разгрузку. Наверное, высыпать маленько по-другому будем сейчас. Начнем. С этого края делать кучу, а потом будем заезжать спиной. Задом. И сюда утрамбовывать, вталкивать. Нужно будет только лопатку побольше. Что мы, наверное, сейчас и сделаем. Так, ну опять же, эта лопата цепляется вперед на этот трактор или нет? Ну, проверим. Половину убрали. Так, складываем, поднимаем.
Едем, поменяем лопатку. Пока едем, успеем глянуть. Так, ну вот что-то интересное. 5 метров. Попробуем. Что-то новенькое будем пробовать, да? Да что такое? Горло першит прям. Так, давай. Тебя арендуем. И тебя. Наверное, вот так. Они меняются. Попробуем вот так и так. Ну, боюсь, лопату он это не упрет. Она вперед, наверное, не подключится. Нет, подключается. ДСК. Что бы это еще было такое знать? Так, тем временем заполнился. Ну вот сейчас-то точно половину уже убрали. Так, ну этими прицепами опять же задом заезжать очень сложно, тяжело. Поэтому не знаю даже, как буду. Ну вообще непонятно, как они рулят так.
Не, да чтобы передняя ось была неподвижная, так удобней. Что нам ничто не показывается здесь. Сейчас наша задача с этого поля травушку всю скосить и завести ее, утрамбовать и накрыть. Пусть фрагментируется. И посмотрим, что сейчас здесь. Можно с этим оборудованием сделать. Ну, посмотрим, что это. И что он делает? Будем утаскивать в уголочек один. Рисует, скорее всего, он, наверное. Трамбовывает. Так, ну боюсь, надо будет менять. Вообще эту штуку можно включить и выбросить. Комбайн заполнился. Так, как же мне быть? Сначала свозить все, значит. Потом утаптывать.
Трактор посильнее надо. Вообще вот не понимаю, вот хоть убей, как им задним ходом сдавать. Так, ну осталось уже немного. Так, здесь мы меняем местами лопату с этой штукой. Все. Слушай, ну долго так поднимается прям. Нет, надо больше трактора этот. Сюда не подходит. Либо лопата не подходит. На К-701 хорошо было. Там запомнилось.
Ну, с такого поля травы это очень мало, на самом деле. Я ожидал больше. Из-за сорняка, скорее всего. Так у него высыпает. Ты не замечал, телега начала типа косячиться, портиться внутри, вот пятна какие-то. Либо так и было.